теперь ясно. Здесь говорится о каком-то тайнике. Когда наши предки прибыли в эти места, здешние растения, от высочайших деревьев до мельчайших грибов, оказались им незнакомыми. Много времени утекло, и немало бед приключилось, прежде чем они научились понимать язык этой земли. Но теперь мы передаем его из поколения в поколение. Земля дает нам все. У воды в гротах растут целебные травы. Из древесины лесной березы, прямой и крепкой, получаются отличные стрелы. А из бледных поганок, что растут на гнилых бревнах и в темных сырых низинах, мы добываем смертельный яд. Булла. Печать для подтверждения подлинности документов. Должно быть, она... Как-нибудь привлечь их внимание! Предоставьте это мне. Я справлюсь.
ублюдок! Настал день, которого я боялась. Надежд и сомнений не остается. Вертолеты, которые мы видели вчера на закате, это начало нового вторжения в наши земли. Наши предки уберегли нас от одной войны, но грядет другая. Я иду к вам! Отряд 5. Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Понял. Она здесь! Ты чертовски прав. Yeah.
Яков. Они ушли. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем. Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его силы. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них. Это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Стой! Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Thank you.